В Анадыре прошли плановые тренировочно-пожарно-тактические учения на станции технического обслуживания компании «Территория-87». По замыслу учения, возгорание произошло в рабочем кабинете на втором этаже, в котором оказался заблокирован один пострадавший. По сигналу тревога к месту пожара прибыли 5 боевых расчетов 5-й пожарно-спасательной части. В считанные минуты огнеборцы провели развертывание и установили пожарные автомобили на водоисточник. Во время разведки пожарные обнаружили и эвакуировали работника здания. Условный очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Всего в учениях принимало участие 5 единиц техники и 27 человек личного состава. В ходе учения отрабатывались действия персонала, действия взаимодействия с службами жизнеобеспечения 02, 03, также службами ЖКХ. Вот, все действия выполнены. Вот, также в ходе пожарно-тактических учений были отработаны по моменты по тушению пожаров легковоспламеняющихся жидкостей и по эвакуации пострадавшего.